Здравствуйте, вот пришла моя самая дешевая посылка с Китая, которую я когда-либо заказывал. Стоимость ее 2 гривны, если переводить на доллары, то это менее 10 центов. Отправлена бесплатной доставкой. И шла она где-то дней 18. Ссылку на продавца я кину под видео. Ну давайте распакуем, и я вам все-таки покажу, что я такое дешевое купил. Вот, я, конечно, его просил красную, но он как назло взял мне и положил синюю. Это присоска для телефона, чтобы можно было его поставить и слушать музыку. Ой, смотреть фильмы, слушать музыку, да, конечно, сказано. Ну, она должна присасываться к телефону. Как мы видим, к чехлу она не присасывается, и что-то у меня очень сильные подозрения, что она и не будет присасываться к телефону. Вот такое вот говно, можно сказать. На нем даже вот гордо написано Made in China. Вот, то есть вам не видно Made in China. Блин, ну она выглядит, задумка сама красивая, но то, что она даже не прицепляется к телефону, и я потерял просто деньги, вот это вот реально жалко. Ну вот, все, спасибо за просмотр, до свидания.